Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наш концерт посвящается 60-летию образования Союза композиторов Кабардино-Балкарии. Слово для приветствия имеет министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Лялушевич Кумахов. Дорогие друзья, честно вам скажу, владеть умами посредством звука для меня это на уровне фантастики. Но согласитесь, не каждый звук может владеть умами. То есть для этого нужен какой-то талант, а талант, мы все знаем, неспослан сверху. И когда мы стояли за кулисами, смотрели на экран, почему-то улыбка не сходила с лица, хотя многих уже нету в жизни. А все дело в том, что они живут с нами, живут своими звуками, они владеют нашими умами, и мы с удовольствием их слушаем и слышим. Дай Бог, Джабраил дорогой, чтобы союз композиторов прибавлялся талантами, и как можно дольше вы возглавляли этот прекрасный союз. Вы знаете, есть много союзов, но это один из тех союзов наравне с союзом писателей, которые всегда и в советское время, и в сегодняшнее время держали общество на контроле. Это барометр общества и союз композиторов, и союз писателей. Дай Бог, чтобы вы вот так жили, трудились и воспитывали наше население. Спасибо огромное. С праздником. Удачи вам, дорогие друзья. Здоровья, благополучия и процветания нашему обществу. Я, если скажу, что сегодня я самый счастливый человек в этом зале, не только в этом зале, я не солгу. По воле судьбы я стал пятым председателем Союза композиторов. И что я хочу сказать? Двери композитора, Союза композиторов всегда открыты для всех талантливых людей, которые имеют знания. Знания и таланты это много дают. Желательно было бы видеть молодых, которых можно учить. В Союзе композитор действует. Всегда вы там найдете с кем посоветовать. Если советы нужны, приходите. Но в Союз композитор, в мою бытность, будут приняты талантливые, молодые, желательно, молодые. Почему? Потому что будущее за ними. Гимн Нальчику. В основу этого произведения положена широко известная мелодия песни «Край ты мой, моя Кабарда». Музыка принадлежит Вано Мурадели, аранжировка Мурата Кыларджукова. Исполняет оркестр, дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Петр Тимиртанов. Поэт Нарты. Фрагмент из этого произведения «Танец девушек» прозвучит в исполнении оркестра. Дирижер Азамат Лакунов. ¶¶
господина Балова из сюиты «Лазбрун». Кругу говорить спортсмену. Но единственный плюс, что я сегодня вице, что дает мне возможность выйти и искренне поклониться этим замечательным людям. Конечно, мы все с вами слышали колыбель, которую нам напевала мама. Но Всевышний Бог одарил этих людей особым талантом. Они их лучше всего услышали и прочувствовали. И облагораживая на самом высоком уровне, они сегодня продолжают передавать эту красивую мелодию, которая не имеет границ. Эти замечательные слова, которые не имеют границ, они уже давно вышли за пределами нашей республики. Поэтому я уверен в том, что это событие не только Кабардино-Балкарии, но и событие для всей нашей страны. Конечно же, хочется назвать хотя бы несколько фамилий, раз Мухаддин Лучший сказал, как Карданов имеет право. Ну, мы же с вами репетировали, спасибо большое. Конечно, Хасан Карданов, который сочинил эту замечательную гимн под флаг, который встают все, и наши гости, и мы всегда его в сердце помним. И никогда не забудем. Богатые традиции, которые вы заложили в этом союзе композиторов, это как выжимка. Если сказать, то это качественные зерна, которые нужно откладывать на случай, не дай бог, на голодный день. То есть вы такой запас сделали, что и завтра, и послезавтра мы можем рассчитывать на них. А самое главное, есть молодое поколение, которое очень четко впитывает сегодня и передает. Я бы, конечно, не разделял бы наших композиторов и наших писателей с исполнителями. И вот сейчас мы видели и слышали Заура Тутова, многоуважаемый мной человек, любимый всеми в республике и за пределами. Он сегодня здесь. Его исполнение, мурашки всегда. Спасибо, низкий поклон. Конечно, Владимир Молов, который сегодня здесь находится. Конечно же, Анатолий Рафаев. Конечно же, и Заур Жиков, здесь он.
Ну, многих мы можем назвать, конечно же, Борис Темирканов, Халфа Джабраил и так далее, и так далее, и так далее. Низкий поклон вам, низкий поклон. И дай Бог, чтобы еще многие-многие годы радовали вы нас своими творческим успехом и активной жизнью сегодня на земле. Поклон нижайшим всем, кто сегодня здесь находится, оркестру, всем, кто имеет и причастны к этому. Но я счастлив, что я являюсь хотя бы очевидцем тому происходящему и этой доброй, славной истории. Спасибо огромное. Поклон вам низко. Хочу от всего сердца сказать самые теплые искренние слова всем тем выдающимся нашим деятелям культуры родной Кабардино Балкарии, которые раньше руководили с первых дней Союзом композиторов КБР. И хочется пожелать сегодняшнему руководителю, не просто как административному работнику, но и замечательному, выдающемуся композитору не только в рамках нашего Северного Кавказа, но и всей нашей многонациональной России, Джабраила Кубатьевича Хаупа. Итак, всего вам самого доброго, дорогие друзья, коллеги, творческого вдохновения, самое главное здоровье, здоровье, еще раз здоровье, и как можно больше приятных событий в каждой семье из вас. Прозвучит симфоническое произведение Житеева «Праздник в селе». Прозвучит одна из его симфонических миниатюр «Кабардинский танец». Thank you.
Владимира Молодова. Из симфонического цикла «Игры и грезы». Пятая часть. Исполняет оркестр, дирижирует Петр Тимерканов. Вспомнила сейчас всю нашу музыкальную культуру, профессиональную музыкальную культуру создали наши композиторы, выдающиеся композиторы не только Кабардино-Балкарии, они являются выдающимися композиторами и Российской Федерации. И их произведения, наших профессиональных композиторов Хасана Карданова, Мухадина Балова, Жабраила Хаупы, Байчикуева, Нихата Османова, Аслана Даурова, песни Заура Жирикова, их Казанова, Аслангири, молодого, очень интересно пишущего тоже композитора,
И они, их музыку можно исполнять в любой точке земли. Наша музыка профессиональная, она достигла таких вершин, что она сегодня, можно сказать смело, мы вписали золотую страницу в мировую музыкальную культуру со своим национальным почерком. Не могу сегодня не прочитать, не зачитать адресную папку, которую мне поручил Президиум Ресткома профсоюза работников культуры Кабардино-Балкарии и Российский профсоюз работников культуры. Уважаемые члены Союза композиторов Кабардино-Балкарии, Кабардино-Балкарская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры, Центральный комитет Российского профсоюза работников культуры поздравляют вас с юбилеем Союза. В этот торжественный юбилейный вечер позвольте выразить вам особую признательность, огромную благодарность за достигнутые творческие успехи в профессиональном музыкальном искусстве и беззаветный труд. Высокий профессионализм, бескорыстное служение избранному делу, неоценимый вклад в приумножение славы отечественной культуры. Ваша работа требует от вас, музыкантов, композиторов, композиторов-педагогов, полной душевной, творческой, интеллектуальной самоотдачи. Благодаря вам подрастает новое поколение инициативных, творческих, всесторонне одаренных детей. Вы заслужили любовь и уважение деятелей культуры, искусства, общественности республики, страны, членов профсоюза отрасли, коллег по творческому цеху. Именно ваш яркий талант, приверженность такой необходимой обществу профессии, как служение музыкальному искусству, народу является проявлением национальной культуры и гордости. Ваш труд ради повышения интеллектуального и культурного потенциала общества, во имя настоящего и будущего России и Кабардино-Балкарии, ваша самоотверженность достойны восхищения и преклонения. Искренне желаем каждому из вас крепкого здоровья и оптимизма, понимания и поддержки близких. Пусть вас согревают и наполняют вдохновением творческие успехи коллег по цеху, ваших учеников. Пусть жизнь порадует вас красотой и теплом. Пусть сбудутся ваши планы и сокровенные мечты. Пусть вера в успех и творческие взлеты станут самыми верными вашими спутниками во благо процветания родной земли и российского государства. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, бодрости духа, творческих удач, надежных соратников, друзей, ценителей вашего творчества и одаренных учеников, твердой уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. С юбилеем, Союз композиторов Кабардино-Балкарии! Заурбек Жириков, романс «Благоухает сад» на стихи народного поэта Кабардино-Балкарии Адама Шагинцукова. Исполняет заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Лана Кулова. Thank you.
Игорь Растеряев. Фрагмент из симфонической поэмы «Сон». Тимирканов. «Исламей. Вариации на тему кабардинского народного танца». Соло на национальной гармонике исполняет заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Мадина Каширгова.
Мирканов на стихи Зубера Тхагазитова. Лирическое. Исполняет заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Мадина Мамбетова. На Кавказе говорят, танец – душа народа. Вот отчего свой фильм о национальном парке в Приэльбрусе мы начинаем с Кафы. Да еще с самой вершины Эльбруса, самой-самой. А внизу – Эльбрусград. Не ищите этот город на карте. Его еще нет. Есть при Эльбрусе поселок Эльбрус, а вот Эльбрусград только рождается. Тогда как же назвать великолепные отели в горах? Крохотные гостиницы, рассчитанные всего на несколько уютных номеров. И ароматное кафе с хитчинами, жалбауром, шашлыками и европейские рестораны. Вот эти нарзановые источники, их более 100. Куда их отнести? Кресельные и подвесные дороги, бегущие по небу к белоснежным вершинам Эльбруса. Их как назвать?
и головокружительные горнолыжные трассы. Наверное, лучшие в Европе. К какой земле приписать? Официально все это, как и десятки тысяч туристов, альпинистов и горнолыжников, называют национальным парком Приэльбруса. Эльбрус – высочайший горный массив Большого Кавказа. Этот потухший вулкан является символом национального парка при Эльбрусе. У Эльбруса много разных имен. Альборс – высокая гора, персидская. Ябус – грива снега, грузинская. Мингитау – тысячная гора, балкарская. Ошхамаху – гора счастья, кабардинская. Говорят, легенда о Прометее родилась здесь. В нардском эпосе кабардинцев и балкарцев есть легенда о Насрине Длиннобородом, старейшине нардского народа. Он вступает в борьбу с богом зла Пака, похитившим огонь у нардов, и возвращает похищенное нардом. За это силы зла приковали Насрина к скале Эльбруса. Местные горцы покажут вам эту скалу. Богатырь Батарас освободил героя. И как это прекрасно и величественно, что легенда о Прометее родилась именно здесь, у подножия Эльбруса, что отсюда идет истинное бессмертие людей. Бывает, что тучи закрывают синее небо и белые горы. Тяжелые тучи времени. В те далекие военные годы в Приэльбрусе пришли отборные альпинистские части вермахта дивизии Эдельвейс. Захватчики пришли со своими фашистскими флагами и вымпелами, со своими порядками. Думали, навсегда покорили Эльбрус. А оказалось, совсем на короткое время. Эльбрус и люди, живущие у его подножия, прогнали захватчиков со священной земли. Советские альпинисты сбросили с вершины Эльбруса фашистские флаги. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага? Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд? А бывает, что и в мирные дни на эту благодатную землю обрушивается стихия. Лавина – это как взрыв водородной бомбы. Снежный ком весом до миллиона тонн срывается со скалы и устремляется вниз, сметая все на своем пути. В Приэльбрусе зарегистрирована сила лавинного удара до 130 тонн на 1 квадратный метр. И тогда люди объединяют свои усилия на борьбу с последствиями сели и лавин. И побеждают. Всегда побеждают. В горах Кавказа живут умудренные опытом аксакалы и чернобровые красавицы-горянки. Сюда приезжают альпинисты, чтобы покорить Шхельду и Ужбу. Скалолазы сутками висят на карабинах и веревках, доказывая миру свое мужество и сноровку. Лыжники, туристы, путешественники
И среди этой массы людей жил человек, человек-легенда, Чока Залиханов. Скажи это имя в горах, и не надо называть фамилию. Чабан, горновосходитель, проводник, мудрец, да и просто хороший человек. Он прожил на свете 116 лет. 209 раз покорял Эльбрус, последний раз в 110 лет. Две достопримечательности было в Эльбрусе. Эльбрус и Чока. К нему, человеку легендарному, шли студенты и пограничники, спортсмены и артисты. Он всех принимал с вниманием, угощал айраном, рассказывал старинные сказы и истории. Чока очень любил людей и учил этой высокой любви своих сыновей Хусена, Михаила, Владимира. Учил любви свету его души Эльбрусу. Его великий земляк Кайсын Кулиев писал о Чаке: «Попробуйте-ка так прожить, так знать рассвет, так сток сложить, и незаметный вечный след оставить там, где вечный снег». Жил 116 лет Чака. Ущелья, горы, облака, дожди, колосья, дерева. Любил он больше, чем слова. Хусен Чакаевич Залиханов, старший сын знаменитого Чаки, долгие годы являлся главным егерем Кабардино-Балкарии. Он давно ушел из жизни, а память о нем жива и сегодня. Хусен Чакаевич внес огромный вклад в дело сохранения и приумножения богатой фауны Прельбрусского парка. С его доброй руки природа здесь сохраняется в своей первозданности. Дело своего знаменитого отца продолжает его сын Юрий Хусенович Залиханов со своими коллегами по национальному парку Прельбрусья. Люди в Прельбрусье не только сохраняют, но и приумножают растительный и животный мир национального парка. Вот застыло стадо гордых красавцев-туров. Вожак чутко прислушивается к любому шуму, даже шелесту ветра. Пронзительный протяжный свист, и при любой опасности круторогое стадо стремительно бросается в сторону и исчезает. Так в скалах могут исчезнуть лишь дикие козы. Кавказские туры стали символом здешних гор. Специалисты утверждают, что в горах Кабардино-Балкарии их почти 20 тысяч. А вот барсов здесь единицы. Зато много грациозных сер и косуль. Если быть осторожным и внимательным, то в горах и лесах Прельбрусского парка можно увидеть хитрого и осторожного медведя, волка, лисицу, рысь, идущую на охоту. Эти места богаты орлами. Еще бы, ведь это Кавказ. По утрам далеко по ущелью, над глыбами льда, над бурыми скалами, над лесом слышится крик улара. Удивительный мир природы. Строгий режим парка позволяет сохранить его в неприкосновенности. Сюда можно входить лишь для охраны флоры и фауны, для научных исследований и, конечно, чтобы восторгаться красотой и богатством природы. Многочисленные гости Прельбрусья должны помнить, что они находятся в местах, которые надо беречь. В Прельбрусе много богатств. Драгоценные из них – многочисленные нарзановые источники. Люди пьют живительный нарзан и не подозревают, как же он появился на земле. Ученые утверждают, что причиной появления лечебной воды стала деятельность вулкана Эльбрус. Но существует легенда на эту тему о битве Эльбруса и Бештау за красавицу Машуку, в которой славный витязь Бештау погибает. Машука в безутешном горе проливает слезы. Слезы эти и есть чудотворные источники нарзана. Основная цель национального парка в его деятельности – это природоохранная деятельность. Мне посчастливилось, как руководителю национального парка, продолжить то, что
делал мой дед, мой отец по охране природы. А вот что говорят многочисленные гости при Эльбрусе. Я оцениваю по достоинству эти горы. Они и вправду меня очень впечатляют. Я приезжаю сюда уже в течение 5 лет. Очень нравится и погода, и компания. И, в общем, здесь все здорово. Тут очень классно, очень красиво. Очень сильно понравилось. По сравнению с другими, были в других местах. Очень понравилось. Будем еще приезжать. Это место ни с чем не сравнить. Оно лучшее, в нем есть душа. В нем прекрасные люди. Я даже не знаю, как это описать. Как будто какой-то нирване. В короткие промежутки времени между головокружительными горнолыжными спусками, альпинистскими восхождениями, туристическими походами в горы приходят национальные праздники. Как этот фестиваль? Здесь поют и танцуют. Представляют изделия из дерева и кожи. Какие яркие работы у ковровщиц и мастериц по киезам. Словно весенние цветы алеют на горных плато. Гончарные изделия, детские колыбели, ювелирные изделия. А еще здесь угощают очень вкусными национальными блюдами. Среди гостей при Эльбрусе встречаются и такие, кто говорит: «Я покорил Эльбрус». Местные горцы так никогда не скажут. Они знают, что Эльбрус покорить невозможно. Взойти на него – да, если он, конечно, позволит. Покорить – нет. Первыми, кто поднялся на гору счастья, были местные жители Кабардинец и Полкарец. Им поставили памятник у въезда в национальный парк. Затем было много восхождений, даже очень много. Вот одно из них, посвященное Олимпийским играм в Сочи. Красивое восхождение, впечатляющее. Факел с олимпийским огнем на вершину Эльбруса подняли Карина Мезова и Абдулхалим Альмезов в составе альпинистской группы. Помните, как начинался этот фильм? Да, с красивого танца с вершины Эльбруса, с Кафы, с музыкального привета с самой-самой вершины. Также мы и заканчиваем сказку под названием «Эльбрусград». Покидая крутые склоны, горнолыжники скажут: «До будущих встреч, Эльбрусград!» Альпинисты, сойдя с покоренных вершин, до будущей горы. Многочисленные туристы, пакуя свои рюкзаки, помашут рукой Эльбрусграду. У подножья Великой горы расположен этот город, солнечный и высокий. С ним не хочется расставаться, а расставшись, обязательно тянет вернуться. Горы далекие, горы туманные, горы и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город, если вы помните, он не для всех, не для всех. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором
шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. Я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Я найду, я хочу, и мне надо хотеть.